Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на трансляции второго дня соревнований чемпионата Европы по спортивному ориентированию 2021 года. Сегодня у нас полуфиналы и финалы нокаут спринта. И уже буквально через 10 минут будет дан старт первого полуфинального забега. Начнем мы с мужчин, дальше женщины и... Самое интересное, самое вкусное. Финальные забеги, где 6 сильнейших спортсменов в данной дисциплине сразятся в очной борьбе на улицах небольшого швейцарского городка. А пока у нас есть время, давайте я расскажу вам, как прошли квалификационные забеги, тем более, что нам их показывают. Вот вы видите на своих экранах, как стартовал Кибурт, там и Яник Михельс, Тим Робертсон. Но, к сожалению, не Тим Робертсон, не Яник Михельс и даже Даниэль Хубман — это те спортсмены, которые в полуфинальные забеги не попали. А пока нам показывают, как Тува и Тим следуют по дистанции, во-первых, обратите внимание, что на этот раз у нас уже есть небольшой рельефчик, есть довольно непростые для преодоления лестницы, видите, проходы, которые тоже не сразу, очевидно, замечаются, но... Просто обратите внимание, насколько живописные пейзажи вокруг у спортсменов. Одно удовольствие бегать, мне кажется, по таким улицам. И я вот, смотря на эту картинку, искренне завидую ребятам, что я нахожусь сейчас в студии в Москве, а не где-то в Швейцарии. Для команды России квалификация прошла не очень хорошо. У нас, у сборной команды России квалифицировалась... Две девушки, Наталья Гемперле и Галина Виноградова, они были в первом квалификационном забеге. Всего их было 3 по 12 спортсменов, 12 сильнейших в каждом забеге проходили квалификацию. Анастасия Григорьева была 21-й, ей не хватило около 50 секунд для того, чтобы пройти квалификацию. Александра Войтова в своем забеге во втором была 16-я, в этом же забеге Олеся Рязанова была 18-я и Аня Дворянская была 20-й. Девочкам тоже не хватило совсем-совсем чуть-чуть. Саша Войтова вообще в 6 секундах от дальнейших стартов оказалась. В третьем квалификационном забеге выступала Татьяна Рябкина и Светлана Миронова. Они также, к сожалению, не прошли. 16-е, 22-е место заняли соответственно. У парней все, к сожалению, сложилось не так удачно, как у девушек. Нет, к сожалению, ни одного прошедшего участника дальше квалификации. Артем Попов и Годлевский Женя 31-е, 32-е место в первом квалификационном забеге. Дима Наконечный в своем забеге был 15-м. В 9 секундах он остался от попадания в полуфинал. И дальше Алексей Асмолов в этом же забеге был дисквалифицирован. И в третьем забеге Патрин Дмитрий и Кашин Даниил, они подряд финишировали 20-й, 21-й, но также, к сожалению, ребятам не хватило скорости или точности в ориентировании для того, чтобы попасть в основную часть соревнований нокаут спринта. А вот четвертьфиналы прошли очень и очень драматично для многих топовых атлетов. В четвертьфинале у нас отстегнулись и Флориан Ховальд из тех, на кого мы обычно делаем какие-то ставки, и Эскли Шиннебари, спортсмен из Норвегии, и Мартин Хубман. К сожалению, его мы тоже не увидим. Также вылетел из тех, кто всегда показывает хорошие результаты на спринте, Тим Робертсон. В своем четвертьфинальном забеге Тим занял только лишь 6-е место, уступив больше 20 секунд. И, к сожалению, точно так же остались мы без Яника Михельса в полуфинальных забегах. Допустил я небольшую ошибку, действительно, все же Даниэль Хубман-то у нас в порядке, все нормально, благо побежит он сегодня в полуфинале. Не совсем я был внимательным, перепутал я его с Мартином, но, тем не менее, лишились мы и Робертсона, лишились мы... Яника Михельса, и это, конечно, неприятно, но впереди нас ждут 3 полуфинальных забега, и вы видите сейчас карту, конечно, дистанция совсем-совсем непростая у ребят, очень много искусственных преград, посмотрите, очень хорошо обыгрываются как раз лестницы и узкие проходы, потому что организаторы все вот эти основные большие места постарались закрасить непреодолимой штриховкой, для того, чтобы все же обыгрывать какие-то интересные моменты.
мы видим, в несколько петель будет проходить дистанция. Первая петля до 8-го пункта, дальше пройдут снова спортсмены к пункту К. Ну, что-то подобное по планировке мы видели в Швейцарии в Лауфене полтора года назад. Тогда, кстати, нокауты прошли очень-очень драматично и интересно, но было чуть больше равнины. Сегодня же здесь мы видим, что нас ждет и рельеф в том числе. Ну и пока у нас есть буквально 5 минут до начала старта, давайте я познакомлю вас с тем, кто у нас будет сегодня выступать в полуфинальных забегах. Прошли четвертьфиналы, в каждом из них всего их было 6 забегов, в каждом из них квалифицировалось по 3 сильнейших спортсмена из каждого четвертьфинала, и будут составлены 3, соответственно, полуфинальных забега, также по 6 человек, из которых уже по 2 сильнейших спортсмена выйдут в финал. Из первого четвертьфинала у нас квалифицировался Еркер Люссель. Отлично, очень рад я его возвращению. Чемпион мира в спринте. Наконец-то залечил все свои травмы и готов показывать класс. Вместе с ним из этого забега вышли Томас Хейкела и Рикардо Ранкан. Это молодые спортсмены из Финляндии и Швейцарии. Всего лишь 96-98 года рождения. И вот как раз мы видим их в первом забеге. С ними, кстати, там же находится Войцех Крал, который, я думаю, в представлении не нуждается для всех любителей спринта. А вот, что интересно, в этом же забеге стоит обратить внимание на двух спортсменов. Это Аксель Гранквист и Самуэль Фильстрём. Самуэль Фильстрём и Аксель Гранквист еще в 2019 году выступали на юниорском чемпионате мира по спортивному ориентированию, и в дисциплине спринт эти два спортсмена заняли второе и четвертое место. Соответственно, оба они представляют Швецию. Но Томас Хейкела на ваших экранах, спортсмен из Финляндии, спортсмен, выступающий в Финляндии за Хельсинки Суни стоят. И вот он, Войцех Крал, один из самых быстрых на дорожке спринтеров среди тех, кто у нас есть сегодня в полуфинальных забегах. И на ваших экранах Аксель Гранквист. Помним мы, как Аксель еще совсем-совсем недавно выступал на чемпионате Швеции вместе с Густавом Бергманом. Они бежали на... забежали в призы на нокауте шведском. Ну вот посмотрим, как сегодня сложится дистанция для Акселя Гранквиста. Ну вот, что интересно, конечно, понаблюдать, как сегодня Самуэль Фильстрём выступит. 2001 года спортсмен, пока у него есть еще возможность бегать в юниорах этот год. Для тех, кто первый раз сталкивается с нокаутом, смотрите, какая история. У них предоставляют на выбор каждому 3 варианта стартовой части дистанции. Есть небольшой рассев, и у спортсмена дается некоторое время для того, чтобы он сам выбрал вариант, который кажется ему наиболее простым, или наиболее подходящим, или наиболее коротким. Да, варианты сделаны относительно равномерными по длине, но все равно кому-то проще выбирать более техничное ориентирование, но более медленно, кому-то, может быть, чуть лучше больше пробежать, но сделать все это на более высокой скорости, с меньшим ориентированием. И давайте мы сейчас посмотрим как раз в нашем первом забеге, насколько будут разниться варианты. Мы видим у Фильстрёма и Хейкела С, у Рикардо Ранкана тоже С, Люссель пока и Гранквист выбрали Б, А. Интересно, что у Крала тоже Б, Аксель Гранквист единственный бежит на рассев А. Интересная пара сейчас будет, Люссель и Войцех Крал. На старте вот как раз спортсмены разворачивают карту. И сейчас мы увидим, как будет складываться дистанция для этого первого забега. Интересно, что сразу 3 шведских спортсмена в одном забеге находятся. Ну и посмотрите, как раз-таки Хейкела побежал не как все. При том, что он выбирал-то как раз-таки вариант, соответствующий Рикарду Ранкану. Но тоже все, продолжаю я свои наблюдения за обувью спортсменов. Сегодня все еще не бегут пока ребята в карбоне. До сих пор интересно, с чем это связано. Но вот мы видим у Фина кроссовки с графитом. Сегодня все же скользко. И, кстати, это довольно неплохое решение. Графитовая подошва на марафонках для такой скользкой дистанции, скользкой плитки. Ну и посмотрим, как сейчас
Будут, ребята. Разница, кстати, очень интересный в итоге костюм у сборной Чехии по ориентированию. Максимально аэродинамичен. Сейчас должен быть Войцех Крал. Посмотрим, поможет ли ему в действительности это. Пока все вместе бегут спортсмены. Вот то, о чем я говорил, что обыгрывается очень-очень много лестниц. То же самое было на чемпионате Швеции. Ну вот, посмотрим, как шведы как раз к этому будут подготовлены. Пока группа еще не разделяется. Вот все пять спортсменов, но мы уже потеряли финского молодого человека. Пока Войцех Крал лидирует в этой группе, мы видим, что на второй позиции бежит Люсель. Но вот сейчас разошлись как раз. Видите, Крал с Люселем пошли на свой вариант Б. Два шведа друг с другом. Гранквист и Фильстрем отправляются. А нет, у них тоже же там рассев. Вот как раз посмотрите, Рикардо Ранкрен очень неплохо выбрал правый вариант и откинул чуть-чуть шведского юниора назад от себя. Ну и вот сейчас видите, как все натыкано очень близко. Главное еще здесь не повестись на своих напарников по команде или на своих соперников. Тут же как все это дело происходит? В момент, когда спортсмен выбирает себе вариант, выбирает, что он побежит А, Б или С дистанцию, не знают об этом его соперники по забегу. То есть в момент, когда ты стартуешь, ты не знаешь, с кем именно у тебя сойдется дистанция. И здесь никоим образом не прокатит побежать как-то наугад за кем-то или поработать по спине. Нужно максимально четко ориентироваться. Дальше ребята действительно сойдутся в одной дистанции, чтобы это все же не было как просто история, где кросс с отметкой за лидером. Здесь сегодня есть у них часть с рассевом, есть часть уже общая для максимально плотной борьбы. Но, как мы помним, по Лауфену, по нокауту, который последний раз для нас транслировался из Швейцарии, все остается максимально непонятным до самого конца. И я думаю, многие наши зрители помнят, как Ральф Стрит, британец, максимально красиво обыгрывал и в полуфинальном, и в финальном забеге всех своих конкурентов просто на варианте в самом конце, экономя силы где-то, стоя за спинами, но в итоге забрал он свою медаль. Ну вот мы пока смотрим. Краль, Люсель и Ранкан идут в лидерах. Мы видим, Аксель Гранквист немножечко подвисает. Томас Хейкела след за ним. И дальше у нас Самуэль Фильстрем. Но вот пока для Фильстрема дистанция складывается хуже, чем для более опытного чемпиона мира из Швеции. С полуфиналами, с четвертьфиналами, простите, у нас спортсмены располагались буквально за 6-7 минут. Посмотрим, сколько им потребуется на полуфинальную часть дистанции. Напомню еще разок, всего два спортсмена у нас проходят. Я думаю, что Крал, что Люсель, это абсолютно те два человека, которые рассчитывают из этого забега оказаться в финале. Но посмотрим в итоге, хватит ли скорости соперничать этим двум суперопытным спринтерам с очень быстроногой молодежью. Вот на ваших экранах красноребный призер чемпионата мира среди юниоров. Самуэль Пильстрем преследует своего напарника по команде. Акселя Гранквиста. Сейчас мы уже переключаемся на швейцарского спортсмена. И смотрим, как он преследует Войцеха Крала. Вот дальше Гранквист, Пильстрем. И пока я не вижу Люселя, да, вот видите, сложные вот эти проходы сквозь вообще торговые центры. Извиняюсь, еще успевает Войцех Крал извиняться. Ну, посмотрите, еще и настоящий джентльмен, помимо того, что очень неплохой спринтер. Ну и вот, смена кругов, как у нас проходит. Войцех Крал, Люсель выполз, не знаю откуда, очень уверенно. И вслед за ними швейцарец пока не отпускает эту парочку. Молодой швейцарский спортсмен. Но все же, наверное, неправильно говорить совсем молодой, все же 96-го года этот спортсмен. Спортсмен, который был в такой второй /U23 сборной Швейцарии. И вот он на основном чемпионате Европы уже выступает и очень даже неплохо, достаточно далеко зашел. Был на чемпионате Швейцарии Рикардо
пятом спринте, который был 9 мая, буквально за пару дней до европейского форума, очень-очень неплохой результат он там показал. Ну и, кстати, что интересно, посмотрите, не самая стандартная у него одежда сегодня для ориентировщика. Лонгслив, кепка, как мы привыкли все бегать городские спринты, это легкоатлетические шортики и майка, или, ну вот в Войцах играл слишком симпатичный аутфит, как по мне, но... Шведы традиционно не бегают в легкоатлетических шортиках, они используют обычные там бэги типа шорты, а вот швейцарский спортсмен прям серьезно, все лонгслив, кепка. Ну и на самом деле тут, конечно, интересно будет посмотреть и на финал, потому что, как по мне, здесь закиснуть можно знатно, прям приуныть, потому что все по брусчатке, нет нигде вообще асфальта. Посмотрите, сколько подъемов, сколько спусков, сколько лестниц отбиваются, я думаю, ноги здесь просто катастрофические. Еще на такой скорости работают ребята, явно далеко в анаэробии. Посмотрите, Еркер Люссель у нас остается, походу, без финала нокаута. Мы видим на наших экранах на финише Войцех Крал, и вместе с ним финиширует на второй позиции Рикардо Ранкан. Говорит респект, good job, man. Ему отвечают Войцех Крал, и три шведских спортсмена, сразу три шведских спортсмена мимо финала. Яркер Люссель, Аксель Гранквист, Самуэль Фильстрём и Томас Хейкела, к сожалению, остаются без финала. Но я думаю, для спортсмена, который еще бегает по юниорам, у которого впереди еще юниорский чемпионат мира в этом году, очень даже и неплохой результат уступить Войцеху Кралу и Еркеру Люсселю. Но вот для Еркера, конечно, я думаю, это не тот результат, на который он сегодня рассчитывал. Но вот это был интересный момент, где как раз Томас Хейкела выбрал другой вариант, но мы видели потом, он воссоединился с основной группой спортсменов, с основной командой своих преследователей. И посмотрите, как это сейчас на ваших экранах спортсмен из Садерталии Ник Варн, который бежал тестовый забег перед четвертьфиналом, забегает. На самом деле, мне кажется, совсем-совсем непростая история с этими лестницами в физическом плане уж точно. Ну да, как раз посмотрите, более сложный вариант выбрал Томас Хейкела, пути на свой первый пункт, и чуть-чуть он тем самым вначале подотстал от основной группы, а дальше все же более быстрые спортсмены оставили неудел финского юного атлета. Да, можем уже точно констатировать, Рикардо Ранкан, Войцех Крал уже точно попадают в финал наших соревнований. 7.30 время лидера, 7.31, соответственно, у Рикардо время, 7.38 Еркер Люссел. И вот он наш следующий полуфинальный забег, не менее интересный. Здесь у нас также собрались спортсмены из одной страны. Их несколько. Два швейцарца в этом забеге, два норвежца, один француз и один датчанин. Мы сейчас видим на наших экранах как раз Джоуи Хаддон. Вот он, один из сильнейших на данный момент спринтеров и вообще спортсменов в ориентировании. Лукас Лиланд на вашем экране. Это спортсмен, представляющий сборную Норвегии. Лукас Лиланд, кстати, очень молод. Спортсмен 99-го года рождения. Дальше у нас был Матиас Кибурц. Человек, который в представлении явно не нуждается. Спортсмен из Дании. Сорен Тране Одум. Еще один юниор 2001-го. года рождения. Норвежец Даг Банкьен и француз Лука Бассе. Совсем чуть-чуть остается до этой истории self-choice. Ну, с самовыбором, самоопределением того, какой вариант ты будешь
пробегать. Опять у нас в забеге есть и юниоры, и юные спортсмены 99-го и 96-го года рождения. Возможно, конечно, 96-й уже не совсем юный, но как-то пока я, доколе я сам 96-го года, хочется еще себя молодым все же ощущать. Но вот, кстати, Джоуи Хадерн, посмотрите, тоже спортсмен, который, в принципе, еще совсем недавно был юниором. Казалось бы, сейчас это уже суперэлита мирового ориентирования. Джоуи Хадерн, Матиас Кибурц, Лукас Лиленс, Сорен Тране Одом, Даг Бланкьян и Лука Бассе. Но вот опять же, интересно, посмотрите, Лука на самом деле никогда-то сильным выдающимся спринтером не был, а здесь французы и на спринт-эстафете, и сегодня мы видим, Лука показывает очень и очень неплохие времена. Кстати, в своем четвертьфинальном забеге он обыграл Матиаса Кибурца, там в третьем четвертьфинале выиграл Хадорн, вторым был Лукас Линд. Простите, Лука Бассе был в другом, он был третьим, это я про Лукаса Линда все вам начинал рассказывать, про молодого датчанина, который здесь есть, который в своем полуфинале расправился с Матиасом Кибурцем. Но вот сейчас интересно будет посмотреть на очное противостояние, во-первых, Кибурца и Хадорна, все же это два спортсмена, которые во всех гонках сегодняшнего, точнее нынешнего европейского форума явно претендуют на медали, а то и на победу. И Хадорн, и Кибурц в отличнейшей форме, они готовы забирать медали, они заряжены на победу, что мы видели в эстафете, когда и Хадорн, и Кибурц просто увеличивали и увеличивали отрыв от основных своих конкурентов, команды Швеции. Ну вот сейчас как раз-таки, кстати, оба спортсмена из той шведской эстафеты не... Густав Бергман, в принципе, даже не прошел, к сожалению, к моему большому сожалению, я являюсь прям большим поклонником таланта Бергмана, не прошел Густав даже квалификацию, как и Эмиль Свенск. Остались мы без этих двух серебряных призеров чемпионата Европы этого года в спринт-эстафете в нокаут-спринте. Ну что ж, будем смотреть, видите, Лука уже начал немножечко отваливаться, но французу будет тяжеловато, я более чем уверен, что его здесь сейчас накормят, мама, не горюй. Надо сказать честно, что был один из самых медленных забегов, четвертьфинальных, в котором бежал Лука Бассе, например, Хадорн, Кибурц и Лиланд раскрутили на 7.02 в лидерское время свой полуфинал, а Одом Сорен Тране, который также бежит в этом забеге, вместе с Дагом Бланкином и Лукой Бассе пробежали за 7.11, 7.12, больше, ну, получается, 10 секунд, плюс-минус проиграли они забегу с Хадорном и Кибурцем. Поэтому, честно говоря, мне кажется, что Луку сейчас будут потихонечку отстегивать. Но очень важно, мы знаем, помимо того, что это чемпионат Европы, это также еще и старт Кубка Мира. И за каждую гонку, в том числе и за вот эти полуфинальные забеги, спортсмены получают очки Кубка Мира. Лука Бассе очень серьезный специалист в лесном плане. И борется он за высокие места в общем зачете Кубка Мира каждый сезон. И для него важно получить максимум очков и здесь в спринте. Пусть и не борется Лука здесь за медаль. По крайней мере, не является он очевидным фаворитом в этом. Что-то смешались у меня кони-люди. Сейчас подловил себя на том, что путаю я норвежца и молодого норвежца, и молодого датчанина. Действительно, Лукас Лиланд все же норвежец. А Одом Сорен Тране датчанин, но небольшая в этом сейчас есть какая-то ошибка в том плане, что вместе как раз они все идут в пятером. Здесь у нас два швейцарских спортсмена. Мы видим, они лидируют, задают темп, но казалось бы, по-другому быть и не могло. Мы видим Хадорн, вслед за ним Кибурц. И здесь же на третьей позиции Бланкьян, третий Одом и Лиланд. Это 3 секунды. Потихонечку уже Лука Бассе отстегивается, о чем я вначале и говорил. Француз пока не вывозит эти скорости, которые ему предлагают специалисты в спринте. Но ничего, я думаю, там у Лука впереди будет чемпионат мира в Чехии, где очень непростая лесная
Ситуация ждет ребят, там он как раз свое покажет. И молодым швейцарцам, и молодым норвежцам. Ну, у молодых норвежцев, конечно, есть там свои герои для борьбы с французом, но в целом, конечно, все же не спринтер Лука. Да, на самом деле, очень опасно проходят ребята лестницу. Видите, кстати, датчанин на ней подотстал, потому что до лестницы там было буквально 2-3 секунды. И посмотрите, как Хадорн вместе с Кибурцем просто прыгали через несколько ступенек. А здесь датчанин... Страны уже, к сожалению, тоже начинают отстегиваться. Два норвежца преследуют. Преследуют они швейцарский дуэт. Это Лукас Лиланд и Даг Бланкен. Но пока, честно говоря, не выглядит так, как будто бы есть у них какие-то большие шансы относительно Кибурца и Хадорна. Тут эти два парня, в принципе, вообще мало кому-либо оставит какие-либо шансы. Мне, по крайней мере, вот эта вот история очень напоминает спринт на чемпионате мира в Риге, когда также были проходы среди каких-то магазинов. Ну и да, посмотрите, тяжело-тяжело уже датчанину, но не отпускает он вот этот швейцарско-норвежский паровоз из четырех спортсменов. Ну, как мы видели, последняя петелька довольно короткая. И если хотят два норвежских молодых человека побороться за место в финале, уже пора им выходить вперед, пора что-то делать, пора брать инициативу в свои руки, потому что, честно говоря, доводить дело до финишной прямой в борьбе с Хадорном и Кибурцем, наверное, не самая лучшая затея. Посмотрите, Хадорн, насколько у него силовой сейчас бег, и подкисают уже норвежцы. Уже не так много сил у юных спортсменов из Норвегии. Мы видим, что Лукас Лиланд уже совсем приуныл. Даг Бланкен еще где-то там пытается бороться, но нет, все, мы уже точно практически можем констатировать. Если не будет никаких сейчас ошибок от топ-спортсменов из Швейцарии, мы увидим в финале и Хадорна, и Кибурца. И на самом деле, как по мне, это очень здорово, потому что это два очень быстрых спортсмена. И смотреть за их очным противостоянием, которое, как можно заметить сейчас, оно здесь абсолютно бессмысленно. Оборачиваются они оба, понимают, что они все, первое, второе место. Дальше нет никакой разницы, кто прибежит к первым, кто прибежит к вторым. Все, можно посмотреть, все ли хорошо с ответкой, порадоваться друг за друга. Еще разок обернуться, точно все проконтролировать, поздравить. Опять же друг друга, красавцы Хадорн и Кибурц. Матиас и Джоуи, большие молодцы, оказываются они в финальном забеге. На третьей позиции финишируют Даг Бланкен, спортсмен из Норвегии. На четвертой позиции Лукас Лиланд. На пятой позиции датчанин Сорен Тране Одум. И на шестой позиции второй полуфинальный забег завершает француз Лука Бассе. Но на самом деле как-то даже непривычно смотреть на нокауты без... Меняется картинка, по крайней мере, относительно того, что мы видели в 2019-2018 годах на чемпионатах и кубках мира, Европы и так далее. Когда мы видели всегда где-то в районе топ-позиций и Фредерика Траншана, и Густава Бергмана, Эмиля Свенска и Артема Попова, конечно же, очень нам не хватает его во всей этой борьбе, чтобы он потолкался здесь с Джоуи Хадорном по дистанции и Андрея Михайловича Храмова. Очень интересно было бы на него посмотреть здесь в нокаут-дисциплине. Мне кажется, что для него это было бы как раз очень-очень приятное. Дистанция. Но у нас еще один норвежско-швейцарский забег. Три норвежских спортсмена сейчас выйдут на старт. Два швейцарских спортсмена. И вместе с ними туда затесался Йонас Губачек. Вот он, Каспер Харле Фоссер.
бронзовый призер этого чемпионата Европы в эстафете, многократный чемпион мира среди юниоров, в том числе и в спринте в прошлом... Простите, в спринте у нас тогда выиграл как раз-таки не он. Была единственная дисциплина. Эштон Ки там одержал победу. Даниэль Хубман также в представлении не нуждается. Это многократный чемпион мира. Спортсмен дальше у нас идет из команды Чехии. Йонас Губочек, также многократный участник чемпионатов мира и чемпионата Европы. Одан Хеймдал, еще один юный норвежский ориентировщик. И Йонас Эгер, спортсмен из команды Швейцарии, который как раз-таки он уже в сборной достаточно давно. Это наш последний, как мы знаем, четверть, последний полуфинал. Дальше у нас будут женские полуфиналы. Парни немножечко отдохнут и мы будем переходить уже к финальным забегам. Вот Йонас Эгер, наверное, один из самых нетитулованных спортсменов сейчас швейцарской сборной. Есть у него одна медаль с чемпионата Европы юниорского в Болгарии. Это была бронза в эстафете. На чемпионатах мира ни разу Йонас Эгер не выступал. На чемпионате Европы в 2016 году был он 16-й в спринте. И в 2018 году был 9-м в мидле. Это так. Для справки, но сегодня Йонас Эгер в одном из забегов сильнейших в полуфинале чемпионата Европы на дисциплине нокаут. Ждем и старта. Уф-уф-уф, как опасно. Не хотел бы я быть этим голубем сейчас, которого отгоняют от себя спортсмены из Норвегии. Хавард Эйтсмо. Ну и тут должен забег на самом деле Хубман с Каспером Фоссером вести, потому что Фоссер, мы знаем, в бешеной абсолютно форме. Очень-очень что-то невероятное он демонстрирует. Ну и сейчас мы как раз будем смотреть, как все будет складываться и для Хубмана в том числе, и для Каспера Фоссера, для остальных норвежцев и остальных спортсменов в этом забеге. Но посмотрите, как раз-таки Хубман пошел вариантом Томаса Хейкела. Пошел он слева через несколько лестниц проходить. Посмотрим, как для швейцарца это будет, насколько хорошим решением. Три Норга здесь. Вместе с ними Йонас Губочек. Вместе с ними Йонас Эггер. Вот тоже один из таких интересных персонажей — это Хавард Эйтсмо, который бежит в этом забеге. Здесь не часто мы его видели на каких-то крупных соревнованиях. Скажем честно, это его дебют на такого рода старте. Бежал он в Норвегии J-Walk 2000. Простите, не в Норвегии, конечно, а в Венгрии. J-Walk в 2018 году на спринте он был, к сожалению, снят. Ничего вразумительного там он не показал. Но при этом, например, на забеге буквально недельной давности на чемпионате Швейцарии был он 14-м. Неплохой результат, при том, что всяко не в полную силу бежал там норвежец. Но здесь квалифицировался он вполне себе уверенно, прошел забеги. 10-м он прошел в своем квалификационном 3-м забеге. Был 2-м в четвертьфинале, уступив только напарнику по команде Касперу Фоссеру. И, кстати, еще 3 секунды накинув Даниэлю Хубману и укатав в этом забеге еще суперопытного Хакана Ярвеса Вестергарда. Ну вот посмотрим, как для него сложится дистанция сегодня. Пока мы видим, что в лидерах у нас бежит спортсмен из Норвегии. Дальше спортсмен... А, это у нас еще
часть с рассевом. Пока рано что-то говорить, но пока мы наблюдаем за швейцарским атлетом. Насколько я понимаю, по спине это все же Йонас Сегер, это не Даниэль Хубман. Ну вот, посмотрим, как вот после этой части наверху будет складываться дистанция относительно фаворитов. Но, честно говоря, мне кажется, что Каспер Фоссер здесь шанса не должен оставлять никому и не считать в качестве каких-то своих. Да, посмотрите, действительно, Каспер Фоссер здесь в этой тройке норвежцев не сработало. Там у него отсечка, Одам Хеймдал вместе с ним прошел. Там же Хавард Эйтсмо. Йонас Губачек здесь же. Йонас Эгер. И я не вижу чемпиона мира из Швейцарии Даниэля Хубмана. Для Даниэля, видимо, этот забег уже практически закончился. Точно. Даниэль не сможет здесь бороться за победу. Ну и да, посмотрите, уже понимает Даниэль, что все, закончилось, уже не бежит он в, видимо, в ту силу, в которую может. Потому что видели мы, как парни разворачивались у пункта, и как, насколько медленнее проделал это Даниэль Хубман. А поверьте мне, он очень резкий спринтер, и вот с чем, а с разворотом в момент отметки у него точно проблем нет. Пока да, посмотрите, действительно, у нас лидирует норвежское трио. Но вот интересно, у нас прям финал будет такой чисто норвежско-швейцарский, видимо, с небольшим разбавлением в виде Войцеха Крала. Да, Каспер Фоссер на ваших экранах идет лидером, Одон Хеймдал вслед за ним. Дальше мы видим еще один норвежец, чех, и Йонас Эгер пытается не отпустить двух молодых норвежских ребят на пути в финал. Но, честно говоря, пока не очень я вижу, где здесь может... Уф-уф-уф. Практически чуть не туда не свернули Одам Хеймдал и Каспер Фоссер. Но здесь пытаются достать Йонас Губачек и Хавард Станссон Эйтсмо своих соперников. Но посмотрите, Губачеку уже прям тяжеловато, уже начал... Уже руками не так бодро работает он, как в начале дистанции. Начал подплывать чешский спортсмен. Но пока в зоне видимости два молодых норвежских парня. Относительно чеха и их преследователей из Норвегии, напарника по команде. Да, ну вы посмотрите, на самом деле очень мне это напоминает предыдущий забег, где Хадерн с Кибурцем шансов никому не оставляли. Посмотрите, очень похож, кстати, по работе на лестнице Каспер Фоссер на Хадорна. Тоже очень мощные силовые вышагивания на каждый шаг, работа руками. И очень-очень приятно смотреть за тем, как пополняется мировая элита вот такими юными дарованиями. И, конечно, Каспер Фоссер нас удивил еще на чемпионате мира в Норвегии. После своего триумфа на Джейвоке приехал и забрал серебро в лонге. Это, конечно, было нечто. Проиграл он только Лунданусу, и то там не так, чтобы очень много. Да и нельзя... Пока, мне кажется, мало кто Лундануса может... обыграть на лонге. И Каспер Фоссер и Одам Хеймдал, мы точно можем констатировать, становятся еще двумя участниками финального забега чемпионата Европы по спортивному ориентированию, проходящим в Швейцарии в дисциплине нокаут-спринт. На третьей позиции мы видим финиширует Хавард Станссон Эйтсмо. На четвертой позиции мы видим чешского спортсмена Йонаса Губачека. На пятой позиции добегает Йонас Эгер. Даниэль Хубман, к сожалению, в итоге так и остается без финала. Ну и вот он, Даниэль Хубман, спортсмен из Швейцарии, который
который на каждой дистанции, неважно, лес это, спринт, нокаут, эстафета, готов взять золотую медаль. Восьмикратный чемпион мира, 11-кратный серебряный призер чемпионата мира, 9-кратный бронзовый призер чемпионата мира, 5-кратный чемпион Европы, в том числе и в спринте. На последнем чемпионате Европы 2018 года забрал там золото в этой дисциплине. Хубман сегодня остается без финала нокаут спринта, к сожалению. Вот пока у нас добегают парни, давайте мы вспомним с вами, как у нас закончился также в Швейцарии нокаут спринт в 2019 году. Там у нас Войцех Крал победу одержал. Здесь он также в финальном забеге. Вторым тогда был Джоуи Хадорн, третьим был Ральф Стрит. Четвертым был Яник Михельс, пятый Густав Бергман, шестой Крис Джонс. Эти шесть спортсменов были тогда в финале. Посмотрим, сейчас удастся ли Войцеху Кралу снова расправиться с очень быстрым Джоуи Хадорном. Ну что ж, посмотрим, что же у нас у девушек. Туве Александерсон, Симона Аберсольц, Сарина Кибурц. В этом забеге первые три спортсменки. Меган Картер-Дэвис, спортсменка из Великобритании. Лотта Кархала, спортсменка из Финляндии. И Пауло Гросс, спортсменка из Швейцарии. У нас сегодня выступят в своем забеге. В первом полуфинальном забеге у девушек. Я думаю, про Туве Александерсон и Симону Аберсольц никому рассказывать абсолютно не нужно. Сарина Кибурц, одна из сестер, как-то один из представителей семьи Кибурц, как мы знаем, там есть Матиас, Андреас и вот Сарина, совсем не молодая спортсменка, 91 года рождения, но вот так высоко заходит довольно редко эта спортсменка из Швейцарии. Пауло Гросс как раз спортсменка 96-го года рождения, спортсменка, выступающая уже давно и очень уверенно на юниорском, выступавшая давно и уверенно на юниорском уровне. И посмотрим, как ей сейчас в основной взрослой сборной будет бороться со своими соперницами, в том числе с Туве в этом полуфинальном забеге. Меган Картер-Дэвис, мы ее тоже знаем как очень опытного спринт-бойца. Особенно, что касается нокаутов, Меган до полуфиналов доходит, но посмотрим, удастся ли в этот раз зайти ей в финал. Ну и Лотта Кархала, представительница Финляндии, спортсменка, выступающая за Тампере Пюринто. Пока тоже звезд с неба не хватало на чемпионатах мира, в спринты на чемпионатах мира Европы не бегала. И посмотрим мы за ее таким дебютом на таком большом уровне в личном старте. Дан старт забега. Кстати, в своей квалификации Туве убежала от Симона на финише, там буквально на секунду, но надо сказать, что с ними третьей в этом забеге квалифицировалась именно Сарина Кибурц, и Туве Александерсон с Симоной Аберсольц привезли Сарине Кибурц. Представляете, практически 15 секунд на дистанции 8 минут на контактной гонке. Это, конечно, что-то, ну, просто неприличное, честно говоря. Но посмотрим, как сложится дистанция сегодня для, в том числе, Сарины Кибурц, для Паулы Гросс, для Меган Картер-Дэвис, для Лотты Кархола, потому что находиться в одном забеге с Туве Александерсон и с Симоной Аберсольц, ну, я, честно, им не завидую.
Но пока, смотрите, держится швейцарская спортсменка за Туве и за Симона Эберсоль. Тут, походу, разошлись как раз на два паровоза спортсмена. Ну и мы посмотрим, насколько правильно это будет решение. Во-первых, на том пути не стоят камеры, из чего я уже делаю вывод, что, ну, вряд ли это лучший вариант. Во-вторых, все же мы видели и по финскому спортсмену в первом забеге, и по Даниэлю Хубману, что это, конечно, не самое лучшее решение бежать слева. Но здесь мы видим, что и Туве Александерсон, и Симона Аберсольд выбирают хороший вариант. Симона берет все в свои руки и лидирует по ходу этой гонки. Вот мы видим как раз Меган Картер-Дэвис, противоход. Сейчас ей придется брать этот пункт. Здесь же вместе с ней Лотта Кархола и спортсменка из команды Швейцарии. Но сейчас поглядим, насколько, конечно, для меня больше всего интересно, насколько Симона Аберсольд с Туве будут здесь разгонять, насколько высокие скорости будут показывать. Потому что если смотреть на квалификацию, их забег 8.11, 8.12 у двух этих леди. А если брать, например, забег с Еленой Рус и Кэролин Нулсон, Терезы Янущиковой, там Елена Рус, ну, абсолютно, во-первых, не очень понятно, зачем, но и каким чудом смогла раскрутить дистанцию за 8.01, 10 секунд накинув Туве и Симоне. Ну, пока смотрите, да, вот как раз тут расходятся немного выбранные девушками дистанции. Идет как раз Туве Александерсон одним рядом Симона другим. Ну, и мы видим, что пока за ними никто не пристраивается. Да, вот как раз эта пачка догоняющих спортсменов. Меган Картер-Дэвис вместе с ней здесь же. И Сарина Кибурц, и Паула Гросс, Лотта Кархола немножечко при... А нет, все нормально, все здесь, все рядом. И посмотрите, на самом-то деле Туве далеко не отпускают. Там Симона решила убежать от титулованной шведской спортсменки. Ну и на самом деле очень правильное решение. Я бы здесь тоже не стал бы пускать все на самотек, когда ты бежишь в забеге с Туве, мало ли что. Здесь лучше выходить немножечко вперед и попробовать пройти дистанцию своим темпом. Но вот не очень понятно, то ли Туве отдыхает, то ли Туве все же сейчас не в самый... Блин, вы посмотрите, вы просто посмотрите, какой отрыв сейчас уже делает себе Симона Аберсоль. Ну, это просто что-то невероятное. И, честно говоря, ее форма даже немножечко пугает. Если настолько легко Симона Аберсоль умудряется уходить от Туве, то, ну, как бы, а что остальным делать спортсменкам? Ну да, уже 7 секунд. Уже 7 секунд на первой части дистанции везет Симона Аберсоль Туве Александерсон. Павла Гросс следом за ней. Здесь проходит... Следом Сарина Кибурц. Мы видим Меган Картер-Дэвис, Лотта Кархола. Но это только первая часть дистанции. Это мы даже не дошли до смены кругов, до смены карт. А здесь у нас уже 20 секунд отрыв у Симона Аберсольд от финской спортсменки. А казалось бы, группа даже не особо растягивалась. Проверяют, точно ли отметилось. Мы видим, как девушки у нас также преодолевают лестницу. Посмотрите, Туве даже прыгает через несколько ступеней, пытаясь на этом сократить расстояние от своей швейцарской визави. И вот мы сейчас будем как раз смотреть, как Туве не очень-то собирается отпускать Аберсольд, и, видимо, разогналась до своей основной скорости Туве Александерсон, и сейчас мы видим, что уже вместе идут две эти спортсменки. Ну и да, действительно, тут уже, конечно, тяжело будет. Мы видим Паула Гросс, следом за ней Лотта Кархола, дальше у нас Сарина Кибурц, и Меган Картер-Дэвис замыкает эту группу преследовательниц сильнейших
спринт-специалистов Симона Айбрса, Альтуве, Александра Шона. И пока, конечно, что-то очень, не очень быстрое показывают, очень вкусное нам вот эти две девушки. Да, мы видим, конечно, как сильны сейчас и Туве, и Симона Аберсольд. Но надо сказать, что, наверное, это был самый сложный забег. И здорово, что сюда не попала Наталья Гемперле. У нее забег чуть-чуть поспокойнее, там первый и третий забег. Так что смотришь и немножечко не по себе становится от того, какие там девушки. Если мы берем Аберсольд, Александра Шон, Елену Рус, Терезу Янущикову, Кэролин Улсон, Лина Странт. Ну, то есть это уже в целом как забег сильнейших мирового ориентирования. Кстати, смотрите, даже вариантами разошлись Тува и Симона. Ну и очень даже интересно, что не работают друг по другу две эти спортсменки. Работают они абсолютно самостоятельно. И также интересно, что даже на шаг перешла Симона. Но, с другой стороны, я вообще не вижу смысла здесь девочкам, девушкам вот этим куда-то спешить. Да, Паула Гросс, кстати, не очень-то далеко позади, но, честно говоря, не видится мне, как Паула подберет здесь Туве или Аберсольд. Ну, должно что-то случиться экстраординарное, допустить какую-то ошибку или, не дай бог, падение для того, чтобы у Паулы Гросс здесь были какие-то шансы на финал. Но Паула на самом деле показала очень и очень неплохую скорость, потому что держится она прям совсем-совсем рядом за Аберсольд, совсем рядом за Туве Александершон. Ну и посмотрите, даже несмотря на то, что без зрителей у нас проходит этот чемпионат Европы, все равно местные жители вышли на улицу у своих домов и поддерживают всех спортсменов, и не только швейцарцев, но и болеют они за то, что происходит на улице. Конечно, это всегда очень интересно. Все, я думаю, что могут не торопиться ни Аберсольд, ни Александра Шон. Я думаю, обе они понимают, что все, точно они прошли финал. И уже гнать здесь нет никакого смысла. В своем четвертьфинальном забеге секунду выиграла Туве у Симоны Аберсольд. Здесь секунду вернула, так сказать, должок Аберсольд своей шведской визави. Ну и Паула Гросс на третьей позиции. Очень-очень даже неплохой результат. Следом за ней Сарина Кибурц, Лота Кархола. И не очень видно, где там Меган Картер-Дэвис, спортсменка из Великобритании, тоже приближается к финишу. Да, насколько я понимаю, у всех окей, отсечка, вот она. Радость на лице спортсменов, и я думаю, это абсолютно искренние эмоции радости от того, что наконец-то мировое ориентирование возвращается в том числе и на наши экраны, и можем мы наблюдать, получать удовольствие от, ну, вы посмотрите, ну, как хороша, конечно, Аберсольд, и как хорошо Туве, что смогла просто съесть все это расстояние. Интересно будет посмотреть, конечно, на финальный забег, где, я думаю, еще подключатся остальные супертоповые спортсмены из мирового ориентирования. А у нас уже готовится стартовать второй полуфинальный, конечно же, забег. Во втором забеге нас ждут две шведские спортсменки, спортсменка, представляющая Финляндию, одна спортсменка, представляющая Норвегию, и спортсменка, представляющая Швейцарию и Россию. От Швеции в этом забеге побежит Сара Хагстрём. Сару Хагстрём мы видели на спринт-эстафете за команду Швеции. А сейчас на ваших экранах показывают Хану Лунберг, спортсменку аж 2000, представляете, второго года рождения. Наталья Гемперле, вот она, русская красавица, которая
будет защищать честь России на этом старте, на этом нокауте. Единственная девушка, прошедшая так далеко из России. Дальше нам показали Веру Клементиден, Андриан Бенджаминсон и Сабина Хаусвирт. Сабина Хаусвирт, спортсменка тоже, которая не нуждается в представлении, чемпионка мира из Швейцарии. И Сара Хакстрем на ваших экранах. Интересно, конечно, будет понаблюдать за Ханной Лундберг, за молодой спортсменкой из Швеции. На спринте, на своем юниорском чемпионате мира она была лишь 15-й, не самые, надо сказать, высокие результаты. Но при этом, при всем, в этом же году, вот буквально несколько месяцев назад, Ханна Лундберг взяла 3 золотые медали на чемпионате мира среди юниоров по лыжному ориентированию. Представляете, 3 золота на мидли-лонге спринте. И здесь сейчас она в полуфинальном забеге чемпионата Европы по спортивному ориентированию борется плечо к плечу с Натальей Гемперле и Сабиной Хаусвирт. Вот это да, вот это уровень от Ханны Лундберг. Будем мы следить за тем, как она будет идти по дистанции. Ну, интересно, как Наталья Гемперле будет раскладывать свои силы. Мы разговаривали с Наташей после нокаута, в котором она стала четвертой на чемпионате, на Кубке мира в Лауфене. Там Наташа сказала, что ей тяжело, она любит накатывать под конец, и начало она всегда немножечко проигрывает, западает, а здесь на нокаутах это не всегда бывает простительным. Здесь нужно сразу работать, как говорится, на все деньги. Что ж, будем надеяться, что Наташа готова очень хорошо, что она сможет сегодня показать свою лучшую скорость, свое лучшее ориентирование. И с самого старта сможет поработать с лидерами мирового ориентирования. Да, на самом деле, когда я говорил, что забег кажется не самым таким условно бешеным, это, конечно, все с той оговоркой, что все равно это все спортсмены супер топ уровня. Сара Хакстрем, знаете, в сборной Швеции не так просто в спринт-эстафету попасть. Когда у тебя в команде есть и Туве Александерсон, и Кэролин Улсен, надо сказать, что это все равно супер топ атлет. И Андриан Бенджаминсон, это тоже спортсменка из сборной Норвегии, которая показывает всегда очень-очень хорошие скорости, как в лесу, так и на спринте. Андриан Бенджаминсон была бронзовым призером смешанной эстафеты чемпионата Европы, получается, трехлетней давности, здесь, тоже в Швейцарии, который проходил за сборную Норвегии, была она в той эстафетной команде, и к ее тоже скоростным качествам вопросов, конечно, нет. Про Сабину Хаусвирт мы даже можем просто умолчать, здесь все точно понятно, Наташа, в основной группе все хорошо, знаем мы, что под конец она скорость как раз-таки набирает. Вера Клементиден, спортсменка из Финляндии, тоже довольно юная, 98-го года рождения, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров. До такого уровня она пока выступает лишь в первый раз. Ну, посмотрим, посмотрим. При этом, при всем еще, конечно, не стоит забывать про юную шведскую спортсменку Ханну Лундберг, которая, напомню, в этом же году, буквально несколько месяцев назад, забрала 3 медали с лыжного чемпионата мира среди юниоров. И здесь она уже в полуфинале нокаута на чемпионате Европы среди элиты. Это, конечно, что-то не очень законное, как по мне. Но надо сказать, что у нас есть и свой отличный пример, который, я думаю, что многих из нас вдохновляет. Это Олеся Рязанова. Олеся в этом году также на том же самом чемпионате, на том же чемпионате мира среди юниоров увезла 3 серебра. Как раз в 3 этих дистанциях Ханны Лундберг она и уступила. Но здесь Олесе чуть-чуть, мы помним, совсем-совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы попасть здесь в эти забеги. Была Олеся 18-й
на квалификации. Ну что ж, очень приятно наблюдать, когда спортсмены в один сезон и показывают отличные результаты в лыжах и на элитном, это все же, напомню, не юниорский, а элитный уровень. Здесь они борются с чемпионами мира, с чемпионкой мира Натальей Гемперле, с чемпионкой мира Сабиной Хаусвирт. Здесь, конечно, это уже совсем-совсем другие скорости, совсем другие результаты. Но мы знаем, что Хаусвирт все же не самый сильный спринтер. У нее лучший результат на чемпионате мира — лишь 21 место в спринте. В Уакате было дело. Дальше как-то Хаусвирт с этими дистанциями не очень взаимодействовала. Была после 2013 года попытка у нее в Риге выступить хорошо на спринте, но еще в квалификации была дисквалифицирована спортсменка из Швейцарии. Что ж, посмотрим, как сегодня для нее будет складываться. Пока мы видели, у нас Ханна Лундберг лидирует в этом забеге. Вслед за ней идет Сабина Хаусвирт. Наталья Гемперле здесь работает вместе с Сарой Хагстрём. И уже пора, да, вот мы видим, Наташа уже начинает постепенно выходить вперед. Здесь им, девочкам, нужно подбираться к линии. О, к Ханне Лундберг и к Сабине Хаусвирт, а здесь вместе с ними еще и Андреан Бенджаминсон. И Наташе нужно уже включать свою максимальную скорость. Очень ждем мы Наталью Гемперле в финале. Но пока мы видим, что здесь у нас лидирует Андреан Бенджаминсон. Следом за ней бежит Сабина Хаусвирт. И вместе с ней мы видим Ханну Лундберг. Ой, падение какое случилось для Андреан Бенджаминсона. Это может быть отличным шансом для Сары Хагстрём и для Натальи Гемперле подобраться вот к этой трешке, к трешке лидеров. Ну и сейчас посмотрим, пока мы не можем ничего судить, потому что камерамен все же ведет нам лидеров. Разворот. Где Наташа? Здесь, рядом, есть, все нормально. В игре Наталья Гемперле, Сара Хагстрём немножко отстегивается. Здесь главное Наталье быть в этой группе, не отпускать девушек. Мы видим, что у нас Ханна Лундберг, спортсменка 2002 года рождения, берет игру в свои руки и начинает жать просто максимально на газ, все нормально. Наталья здесь, нужно держаться ближе, подбирать сначала Сабину Хаусвирт. Уже совсем практически съела Наталья Гемперле, и дальше Андреан Бенджаминсон. Ну и здесь, мне кажется, не самое лучшее решение как раз было от Андреан Бенджаминсон бежать в обуви с агрессивным протектором. Как по мне, здесь, конечно, марафонки с графитом намного приоритетнее выглядят. Да, есть немного травы, но мы видели как раз падение из-за того, что не совсем хорошо сработал протектор вот этой агрессивной на мокрой плитке. Давай, Наташа, чуть-чуть потерпеть в эту горочку, поработать руками, подобраться поближе к Ханне Лундберг, подобраться поближе к Андреан Бенджаминсон. Но какая же молодец Ханна Лундберг, это очень-очень вдохновляет. Да, Бенджаминсон, посмотрите, выбирает другой вариант. И здесь также разворачивается еще и Сабина Хаусвирт. Но, насколько я помню, это как раз... Да, уже подкисла Ханна Лундберг. Где Наталья Гемперле? Видимо, она пошла за Бенджаминсон и Хаусвирт. Но что же нас ждет? Что же нас ждет уже ближе к финишу? До сих пор непонятно, в итоге хватит ли сил Ханны Лундберг. Потому что, посмотрите, подкисла совсем. Это юная спортсменка из Швеции. Но вроде бы выходит она дальше на брусчатку. И продолжает работать в приличном темпе. Сейчас мы как раз увидим встречу ее с Андреан Бенджаминсон, с Сабиной Хаусвирт, с Натальей Гемперле. И сможем мы сделать хоть какие-то выводы из того, как у нас идет Наталья. Да, посмотрите, Бенджаминсон-то в итоге даже в лидеры выбилась. Вместе с ней Сабина Хаусвирт. И в итоге по ходу у нас норвежка и швейцарка проходит дальше в финальный забег. Да, действительно, не видим мы ни Натальи Гемперле, не видим мы Наталья. Вот она здесь работает. Еще можно постараться дожать, но нет, не хватает совсем чуть-чуть Натальи Гемперле для того, чтобы попасть, к сожалению, сегодня в финал. Остается мимо шестерки сильнейших сегодня Наталья Гемперле. Финиширует она на третьем месте. Андреан Бенджаминсон, Сабина Хаусвирт, Наталья Гемперле, к сожалению, лишь на третьей позиции в своем забеге. Ханна Лундберг, ну, очень красивую гонку провела, очень красивую лидировала.
И не хватило немножечко, видимо, силовой выносливости этой спортсменки из Швеции. Сара Хэгстрем лишь на 5-й позиции. Финка Вера Клементите на 6-м месте заканчивает. Но на самом деле скорости, конечно, колоссальные. Там что-то, ну опять, не очень приличное Ханна Лундберг устроила в начале. Честно говоря, так разогнать этот забег, что 8.00 в итоге Андриан Бенджаминсон прошла, а у Айберсольд Стуве времена были 8.13, 8.14. Вы видели, как быстро бежала Айберсольд, как быстро бежала Туве, но что тут произошло с... Вау, мисс Панч! Сабина Хаусверт у нас дисквалифицирована, и Наталья Гемперли оказывается... В финале Наталья Гемперли в финальном забеге. Не могу я быть непредвзятым к этой прекрасной спортсменке, выступающей за команду России. Наталья Гемперли, благодаря ошибке Сабини Хаусвирт, оказывается в финале. Здорово, что Наталья дожала концовку и прошила в конце Ханну Лундберг. Наталья Гемперли, мы увидим ее в финальном забеге. Вот то, о чем я говорил, посмотрите, здесь не до конца сработал протектор на... шиповках у Андриан Бенджаминсон, но тем не менее не помешало это норвежской спортсменке пройти финальный забег. Андриан Бенджаминсон, Наталья Гемперли, эти две спортсменки составят компанию Туве Александерсон и Симоне Айберсольд в финале. Three Swedish runners, two from Switzerland and one from the Czech Republic in this third and last semi-final for the winner. So let us introduce them. First of all, from Switzerland, Elena Rose. Some cheering, that's good. Ну и вот он еще один просто невероятно сильный, мощный забег. Елена Рус, спортсменка, представляющая Швейцарию. Тереза Янущикова на ваших экранах, спортсменка, представляющая Чехию. Кэролин Улсен, спортсменка из Швеции. Лина Странт, спортсменка, выступающая за эту же страну. И Ирина Гемперли. Вот она, падчерица Натальи Гемперли, сейчас имеет все шансы пробиться в финал к своей мачехе. Это, конечно, очень интересная будет ситуация. Я с удовольствием бы посмотрел на это противостояние. Ну и, конечно, не стоит выкидывать. А вот он карбон! Наконец-то карбоновые найки на наших экранах. Это Кэролин Улсен, действительно, кто бы еще мог быть. Но не договорил я, здесь же у нас забеги еще и Вильма Вон Крузенштерна. Тоже очень юный забег, надо сказать, по некоторым спортсменам. В том числе Элин Гемперли, спортсменка, представлявшая еще юниорскую сборную Финляндию совсем-совсем недавно, 2000 года рождения. При этом... чемпионка мира среди юниоров в спринте Элин Гемперли. Посмотрим, как сегодня Элин Гемперли справится в этом забеге с такими конкурентами, как Тереза Янущикова, Елена Рус, Кэролин Улсен, Лина Странт и, конечно, Вильма Вон Крузенштерна. Тоже не очень понятно, как все будет складываться для нее. Ну что ж, и мы стартуем. Ну тут, во-первых, для меня это, зная какие-то отдельные подоплеки, отдельные моменты, очень интересно посмотреть за противостоянием Лины Странт и Кэролин Улсен. В жизни это две очень большие, хорошие подруги. Лина Странт и Улсен. Вместе они много раз выступали на эстафетах и на чемпионатах мира. И всегда друг друга поддерживают две эти шведские спортсменки. Одна выступает за Ярла, за команду Ярла. Другая представляет Йотавари Майорана. И посмотрим, как сегодня две эти шведские, очень, кстати, две сильные спринт-специалистки из Швеции будут выступать
в одном забеге. Являются у нас двукратный чемпионка мира и Кэролин Улсон, и Лина Странд. Обе медали они взяли вместе в Латвии в спринт-эстафете. Обе выступали за команду Швеции и в Норвегии в обычной эстафете. Точно так же вместе с Туве они оформили себе эту победу. Тоже очень-очень красивая была гонка от Лины Странд, Туве Александрсона и Кэролин Улсон. Но посмотрим, Туве уже в финале. Смогут ли... Смогут ли Лина Странд и Кэролин Улсон к ней присоединиться? Но тут, конечно, еще интересно посмотреть на Эллен Гэмпле, которая сейчас как раз на ваших экранах преодолевает эту дистанцию. Мы видели там в начале всего этого паровоза шла Елена Рус, но... Честно говоря, я вообще пока даже не возьмусь делать никакие прогнозы, когда в одном забеге у нас Елена Рус, Лина Странд, Кэролин Улсон и Тереза Янущикова в контактной гонке, непонятно ничего. Предлагаю вам, дорогие друзья, дождаться окончания вот этого небольшого рассева, чтобы мы точно уже понимали, как будут дела обстоять. Но пока мы видим, здесь Тереза Янучкова, Краселин Гемперле и Вильма Вон Крузенштерна вместе идут на одном рассеве. Тут все более-менее понятно. Три юные спортсменка, представляющие Чехию, Швецию и Швейцарию. Но вот где там Елена Рус и Кэролин Улсон, вот сейчас как раз мы будем понимать, здесь они уже все выравниваются. Посмотрите, Кэролин Улсон, Лина Странд лидируют гонку, Елена Рус бежит третий, четвертая Тереза Янущикова, пятая Вильма Вон Крузенштерна, на шестом месте на данный момент идет Эллен Гемперле. Ну вот, посмотрим, сейчас также расходятся девушки. Кэролин Улсон с Линой Странд вдвоем вместе работают, а это, видимо, еще не до конца у нас прошли рассева, но сейчас как раз мы уже будем понимать, как будет обстоять дела после вот этого моста. Что интересно, видимо, был какой-то другой правый вариант, которым воспользовалась Лина Странд и Кэролин Улсон, который у нас доколе не был задействован касаемо этого моста. Напомню, там практически сразу после моста будет общий сборный пункт, на котором мы уже сможем сделать какие-то выводы. Да, посмотрите, откуда-то снизу выползают, конечно, просто вылетают, прямо скажем. Кэролин Улсон, Лина Странд, отлично работают две шведские спортсменки друг за другом. И то, о чем я переживал, что карбон может не очень хорошо на поворотах держать, но нет, для Кэролин не было никаких проблем. Отлично ее вапрофлай сработали. И пока Улсон, Странд, Рус, Янущикова, Вон Крузенштерна, Гемперле на шестой позиции в этом непростом для Элин забеге. Давала небольшое интервью одному швейцарскому изданию Эллен Гемперле, где рассказывала, что Наталья для нее является, можно сказать, примером и кумиром, что бывает довольно часто тренируются вместе спортсменки Эллен и Наталья, и что, конечно, для нее очень волнительно сразиться с ней на одном соревновании. Но здраво она понимает, что все равно разного уровня спортсмены. Если ставит себе Эллен цель, как она выразилась, что в идеальном раскладе она будет в топ-20-25, но надо сказать, что Эллен Гемперле уже в топ-18 чемпионата Европы попадает, то, конечно, Наталья, по ее мнению, это спортсменка... О, вау, ошибка от Кэролин Улсон. Не заметила она проход, и здесь она пускает вперед Лину Странд, пускает вперед Елену Рус. И на самом деле, в такой суперконтактной гонке это тоже может быть и фатально в том числе. Но сейчас посмотрим, тут на самом деле Тереза Янусикова вместе с... Вильма Вон Крузенштерна совсем-совсем рядом. Эллен Гемперле немножечко отстегнулась. Да, вот, конечно, эти проходы интересные. Здорово, что никто не врезается. Во-первых, хорошо, что теперь там больше нет людей. Конечно, было здорово и интересно смотреть, как
Войцех украл, приходилось буквально извиняться за то, что он врезался в зрителей, но, как говорится, такова судьба героев, успевает Войцех и забеги очень уверенно проходить финал, попадая, и еще и оставаться настоящим джентльменом при этом всем. Ну да, вот посмотрите, 5 девушек, пока ничего не понятно. Там на самом деле у Наташи Гемперле отставание это было даже побольше, чем у Терезы Янусиковой от лидирующей группы. И несмотря на это, Наталья все равно в финале. Что ж, будем сейчас мы ждать, кто из этого забега попадет в заветную шестерку сильнейших. Посмотрите, опять расходится в ряд. Эмилина Стран продолжает работать вместе с Кэрил Нулсон, Елена Рус вместе с Терезой Янусиковой. Здесь же у нас и Вильма Вон Крузенштерна. Посмотрите, Лина Стран, в итоге с Кэрил Нулсон приняли решение развернуться, пойти вместе, вместе с основной группой. Вот это точно была большая ошибка. Уж лучше бы шли своими вариантами здесь. Но да, все же подбирают Кэролин, видимо, все же ошиблись, и не было там никакой истории с выбором варианта, и сейчас здесь... Ох, это может стоить девочкам очень-очень дорого. Нужно постараться накатить со спуска максимально Лини Странт, Кэролин Улсен для того, чтобы, во-первых, дать нам интригу финишную, пока у нас не было ни одной финишной разборки. Да, смотрите, Кэролин, как сильна, как хороша Кэролин Улсен! Просто неистово быстра спортсменка из Швеции. У Кэролин Нулсон пока нет золота чемпионата Европы. Трижды серебряный призер чемпионата Европы Кэролин Нулсон. В спринте лучшее место у нее 8-е. А вот у Елены Рус золото последнее случилось буквально на днях, позавчера в эстафете. Елена сделала все красиво на своем этапе. Да, вот она, финишная разборка. И тут у нас вообще что-то невероятное. Тереза Янусикова вместе с Вильмой Вон Крузенштерна берут все в свои руки и оставляют, видимо, не удел они ни Елену Рус, ни Кэролин Улсен, ни Лину Стран. Действительно, Тереза Янусикова, Вильма Вон Крузенштерна. Да, боже мой, Елена Рус. Мимо. Фу, финала нокаута у нас остаются, как и Кэролин Улсен, и Лина Странт. Действительно, слишком-слишком дорого стоила та ошибка для Улсен и Странт. Тереза сделала все красиво. И напомню, в Швейцарии на Кубке мира победу в нокаут-спринте в 2019 году одержала Туве Александершон, второй была Тереза Янусикова, третья была Елена Рус, четвертая Гемперле, пятая Хаусвирт, шестая Мартина Руш. Симона Аберсоль тогда не смогла пройти финальный забег. Ну вот она, Кэролин. Кэролин, как всегда, абсолютно не стесняется камеры. Отлично все у нее в плане работы для ТВ-картинки. Ну вот в этот раз мы без Елены Рус в финале, но все так же Тереза Янусикова, Туве Александершон, Наталья Гемперле. Эти три спортсменки продолжают демонстрировать самый высокий уровень, оставаясь в шестерке сильнейших нокаут соревнований. К ним добавляются Андриан Бенджаминсон, Симона Аберсольд и Вильма Вон Крузенштерна. Весь забег Вильма шла очень-очень уверенно. Где-то рядом с лидерами не выходила вперед до последнего, и в концовочке вместе с Терезой Янусиковой смогли они зайти вот в эту лидирующую двойку и попасть в финал нокаута. Да, я, по-моему, не так эмоционально за Наташу топил, как за Кэролин Улсен с Линой Странт, но с другой стороны, здесь, конечно, просто забег получился очень и очень драматичным. До самого конца было непонятно, кто же все же выиграет, и так отстегнуть Кэролин Улсен и Елену Рус, как это сделали Вильма Вон Крузенштерна и Тереза Янусикова, это надо, безусловно, конечно, уметь. Уэллен Гемперле не все получилось в этом полуфинале. Отличное 6-е место в топ-18 чемпионата Европы. Эллен Гемперле попадает, я думаю, уже точно нужно делать ей, ставить галочку рядом с этим чемпионатом Европы. Отличное выступление. Поздравляем мы юную спортсменку из Швейцарии. Субтитры сделал DimaTorzok.
А у нас совсем-совсем скоро будет стартдан финального забега. Среди мужчин, я вам напомню, у нас дистанция на финал 1,7 километра, 13 контрольных пунктов, и давайте мы понаблюдаем, как она выглядит. Также все тот же район, естественно, у нас обыгрывается. Здесь никто никуда в другое место, естественно, уводить не будет. Все в пределах вот этого рельефа с лестницами. Но и уже, видите, совсем другая раскрутка. Также есть выбор варианта. Здесь можно спуститься, пойти через низ. Также, ну, через юг, получается, пойти через север на пятый контрольный пункт. Есть разные вариации заходов. Через север больше лестниц, через юг как будто бы обход, мне кажется, не самым оптимальным. С другой стороны, я, конечно, тоже тот еще спринт-специалист. Ну что ж, будем сейчас мы смотреть за тем, как будет складываться этот забег у мужчин. Интересно, у нас 3 швейцарца, 2 норвежца и представитель сборной Чехии в этом забеге будут участвовать. Ну и надо сказать, довольно интересная эта раскрутка получается. Здесь, конечно, есть и беговые моменты, но есть где и вариант выбирать. Также на 9-й можно справа заходить, но слева, вот я, честно говоря, не уверен, что хоть кто-то пойдет. Здесь, мне кажется, все более-менее очевидно как раз с 9-м. Контрольным пунктом. Ну и вторая часть дистанции. Опять через вот эти узкие дворики пускают спортсменов. Ну и вторая часть на самом деле здесь не выглядит какой-то прям супер интересный в плане выбор варианта. Опять же, на 12-й, да, есть два разных варианта преодоления лестницы. Но, опять же, я не думаю, что это будет менять хоть что-то. С 13-м, конечно, как будто бы есть над чем подумать, лево либо право, но туда бы совсем как-то некомпетентным не показаться. Давайте лучше мы посмотрим, как мировая элита будет эти моменты проходить, а я уже дальше вам что-нибудь да расскажу. Ну вот они, 3 швейцарские спортсмена. Рикардо Ранкан, мы видели его прекрасный первый забег, где оставил Рикардо неудел чемпиона мира в спринте Еркера Люсселя. Войцех Крайл в этом же забеге как раз победу одержал. Ну, на самом деле, мне очень нравятся вот такие парни, как Рикардо, которые, помимо того, что бегут нормально, еще и немного стиля добавляют нам здесь в ориентирование. Кепка с козырьком назад, лонгслив. Вот она, просто фирменная улыбка Джоуи Хадерна тоже. Человек, который сегодня будет бороться за победу, мы это, в этом уверены абсолютно точно. Матиас Кибурц. Также многократный чемпион мира и Каспер Харлем Фоссер, спортсмен, представляющий Норвегию, серебряный призер чемпионата мира. И Оден Хеймдал. Ну вот как раз Оден Хеймдал, это еще один из вот этих прекрасных прекрасных примеров, который только что, буквально 3 месяца назад, взял золото. Представляете, золото во взрослом чемпионате мира по лыжному ориентированию. И если сейчас он сможет еще и здесь взять медаль на чемпионате Европы, то это, конечно, как это, у нас количество Туве Александрович, он уже явно не уникально в своей мультиспортивной истории. Оден Хеймдал, победитель и серебряный призер буквально трехмесячной давности чемпионата мира по лыжному ориентированию, здесь в шестерке лучших на чемпионате Европы по беговому среди элиты.
Но вот они, 6 сильнейших спортсменов, 6 самых быстрых ориентировщиков в мире прямо сейчас, по крайней мере, по версии этого швейцарского европейского форума. И мы смотрим за тем, как Войцех Крал будет разбираться с этой бело-красной истории вокруг себя, форма у швейцарцев, у норвежцев, как раз в этих двух цветах, и Войцех здесь в своем костюме прям выделяется. Но вот, честно говоря, во-первых, очень не завидую я камерамену, потому что то, как, во-первых, подустал этот молодой человек, я сомнений, я думаю, ни у кого нет, но при этом, при всем, ему сейчас еще и держать темп Кибурца, держать темп Хадорна, Крала, ну это, конечно, тоже очень-очень-очень должно быть. Оденхеймдал чуть-чуть отваливаться начинает в самом начале, пока лидирует гонку Джоуи Хадорн, след за ним мы видим Каспер Фоссер, Войцех Крал сразу поворачивает налево на тротуар, все правильно, для того, чтобы, не дай бог, не пропустить свой проход. Видимо. Ну или не очень, честно говоря, понятно, зачем нужно было делать этот маневр в сторону. Опять же, очень силовые шаги от Хадорна. И в конце он чуть-чуть останавливается. Здесь нужно потерпеть Одену Хеймдалу. Все же, наверное, ногами здесь он выглядит явно не как фаворит. Потому что все же по скорости Хадорн... Крал, ну, они тут вне конкуренции. Каспер Фоссер очень сильно подтянулся за свой, так сказать, год общения со швейцарской командой. Много времени он в этом году провел в Швейцарии. Я думаю, много он тренировался вместе с Симоной Аберсольд. Может быть, чему-то научился он у швейцарской спортсменки. Ну, поглядим, пока на самом деле... Вполне себе уверенно Каспер Фоссер себя чувствует, как и Оден Хеймдал во всей этой истории. Ну и, наверное, самой темной лошадкой здесь уже Рикардо Ранкан является, спортсменом, про которого мы редко могли раньше слышать. Но тут просто отдельный лайк за длинные носки с принтом, лонгслив и кепку, но... Как, я вообще просто топлю за то, что внешний вид в ориентировании и стиль — это не менее важно, чем результаты, когда это все вместе совмещается. Особенно приятно за такими вещами наблюдать. Вот как раз подошли ребята к той части, где дистанции у них расходятся по вариантам. И сейчас мы... В итоге... Ничего я не понял, в итоге не расходятся, да, по-моему. В итоге я напутал, нет у них... Не отпускают меня пока все эти истории с полуфинала. До сих пор я переживаю за Наталью Гемперле, Кэрли Нулсон и вообще вот эту драму, которая приключилась. Да, действительно, в финале нет вот этого self-choice истории. Бегут одну и ту же дистанцию. И, посмотрите, немножечко расходятся вариантами. Мы видим, что с разных сторон пошли заходить Оден Хеймдал и кто-то из швейцарцев, по-моему, как раз Хадорн, либо Кибурц. Да, Кибурц с Хеймдалом уходят на правый вариант, на пятый. Непонятно, на восьмой контрольный пункт. Да, действительно, слева пошли... Все остальные спортсмены. Ну и посмотрим, на самом деле, насколько это хорошо выйдет. Да, и в итоге-то справа оказалось выигрышно. Кибурц переигрывает чуть-чуть всех. Оден Хеймдал здесь же подтягивается к основной группе. Здесь он с Рикардо. Мы видим Крал здесь же. И посмотрите, а тут, на самом деле, Каспер Фоссер вместе с Рикардо Раркерном уходит направо. Очень интересно. А то, о чем я и говорил, что не факт, что вообще кто-то пойдет таким вариантом. Но в итоге пошли ребята. Здесь Кибурц, или за ним Хадорн. Дальше Войцех Крал, Оден Хеймдал. И сейчас мы посмотрим, как будет обстоять ситуация уже ближе к смене карт, когда встретятся спортсмены после своих расхождений на вариантах. Вот здесь должны встречаться. Да, посмотрите, в итоге переигрывает всех Каспер Фоссер. Каков красавец! Рикардо Ранкерн здесь абсолютно правильно сделал, что пошел за юным норвежцем. И сейчас они впереди Кибурца, впереди Хадорна, впереди Войцеха Крала. И Оден Хеймдал уже как будто бы вне борьбы за призы. Вот это да!
Вот эта драма разворачивается в нашем первом финальном забеге у мужчин. Опять небольшие вот эти повороты. Здесь все правильно делает камерамен. Дальше чуть-чуть пробегает, чтобы не мешать, если что, Одаму Хейвенеллу, который идет дальше за Войцехом Кралом. Но Одам не спешит пока здесь приближаться. Крал как будто бы уже тоже не совсем в борьбе. Немножечко выпадает спортсмен из Чехии. И вот здесь Рубилова между тремя швейцарцами и одним норвежцем. Каспер Фоссер в компании Джоуи Хадорна, Матиаса Кибруса и Рикардо Ранкарна. Посмотрим, сможет ли молодой норвежец здесь побороться в этой швейцарской... в этой швейцарской мясорубке. Поддерживают Хадерна, мы слышим. Кибурц, Ранкорн. Здесь же вместе с ними бежит и Каспер Фоссер. Одам Хеймдал подотстал. Крал еще не теряет надежды в Войцах. Ну и приближаемся мы уже к самому финишу. Видимо, ждет нас финишная борьба, финишная развязка. Действительно, мы видим, выбегают с разных сторон. Мы видим, на финише у нас Кибурц на первой позиции, Джоуи Хадерн на второй, Каспер Фоссер третий, Рикардо Ранкорн сейчас будет бороться за свою медаль. И вот они, победители сегодняшнего спринт-нокаута. Матиас Кибурц становится чемпионом Европы. Джоуи Хадор на второй позиции. И Каспер Харлем Фоссер становится бронзовым призером. Двукратным уже бронзовым призером чемпионата Европы по спортивному ориентированию на четвертой позиции. Уступив лишь секунду, заканчивает эту дистанцию Рикардо Ранкарн. Пятым финиширует Войцех Крал. И шестое место у Одама Хеймдала. Но на самом деле, каков красавец Одам Хеймдал. Золото и серебро чемпионата мира этого года в лыжах. В элите, не в юниорах, в элите. Боролся он там с российскими парнями, с Киселевым, с Ламовым, с Горлановым. И здесь... буквально спустя 3 месяца он уже навязывает борьбу Кибурцу, выкидывает Хубмана из финала и занимает 6-е место на чемпионате Европы. Поздравляем мы Одана Хеймдала и Войцеха Крала. Отличный результат. 5-е место чемпионата Европы и Рикардо Ранкарна. Ну и, конечно же, огромный поклон и просто восхищение скоростью, резкостью и в плане ориентирования, и в плане вообще движения поворотов. Кибурц, Хадорн и Каспер Фоссер — это что-то очень-очень вкусное и очень красивое. Большое спасибо вообще ребятам за такую интригу. Сколько расходились они вариантами, сколько раз они менялись по ходу дистанции относительно того, кто же является фаворитом. Ну и просто Рикардо Ранкарн, только за его лонгслив, бейсболку и носки, отдельный респект. Ну и что на самом деле примечательно и очень необычно, по крайней мере, мне лицезреть, что у нас в финальном забеге шестерки сильнейших на спринте нет ни одного представителя команды Швеции. Люсель выбыл на стадии полуфинала, не пройдя финал. Густав Бергман не прошел даже в четвертьфинальные забеги, как и Эмиль Свенск, а весь когда-то. И Свенск был очень близок к золоту чемпионата мира, и Густав Бергман. У Люселя было золото, и давайте мы еще Йонаса Лядашена вспомним. Но вот здесь, несмотря на очень большое представительство шведских спортсменов в квалификационных забегах, напомню, там был Самуэль Фильстрём, Аксель Гранквист и Еркер Люсель, никто из них в итоге не смог добраться до финала и пройти в шестерку сильнейших на дистанции спринт-нокаут
чемпионата Европы. Ну, Кибурца там, видимо, практически пульсовые колебания GPS выписывал, но в итоге не помешало это ему стать чемпионом Европы в этой дисциплине. Два золота чемпионата Европы у Кибурца уже есть. Золото, серебро у Хадорна и две бронзы у Каспера Фоссера. В итоге, как мы видим, на самом-то деле по этому забегу абсолютно не прогадали швейцарцы с тем, кого ставить в эстафету на чемпионате Европы в первый день. Кибурца и Хадорн абсолютно доказывают, может быть, уже постфактум, что не зря именно они сильнейшими в своей сборной считались лидерами. Еще до забега, смотрите, как интересно, что в итоге даже на последний путь выбегали с двух разных сторон Кибурцы и Хадорн, и оба, получается, не до самого конца не знали в итоге, какими они бегут, и когда выбегали, и как они радуются, и друг за друга в том числе. Конечно, тут сложно предложить вариант лучше для этих двух спортсменов, начиная с четвертьфинала, вместе были они в забеге, в четвертьфинале бежали они вместе, Хадорн выиграл, Кибурц был третьим, дальше полуфинал, Хадорн выиграл, Кибурц был вторым, и здесь Матиас, который немного уступал по ходу квалификационных забегов, взял свою Джоуи и одержал победу.